Привет, Страж! Это полная запись моего флоулес соло забега в новый данж Откровение с супер оригинальным ладаутом. Горная вершина, паук-отшельник, анархия. На босса я еще взял взгляд татары, снайперку из Форджи. Из модов на броне локаторы, улучшенные заряжатели, резервный боезапас, сборщик и все на гранатометы, чтобы не было проблем вот с этими двумя ребятами. Дефицита патронов у меня и правда почти никогда не возникало. И, в принципе, все прошло в этом конкретном забеге, все гладко. Но сначала было вот так. Почти флоулес, что сказать. В общем-то, я не любитель проходить какие-то такие активности соло флоулес, никогда раньше этим не занимался, но этот данж мне настолько понравился, а главное понравилась эта эмблема, что я вот поставил перед собой такой челлендж. Ну и в конце, там, когда я буду убивать босса, если ты вдруг досмотришь до этого момента, там будет такой эпизод, в который я думал, что дропну игру. Я думаю, когда ты увидишь, ты поймешь, о чем я. В общем, приятного просмотра.
Come on.
Thank you.